Всем привет, меня зовут Сергей. Сегодня будет коротенький обзор часов Skmey. Часы достаточно дешевые, покупал их на Алиэкспрессе полгода назад, уже полгода ими пользуюсь, кстати, за $6,5. Часы водонепроницаемые, тут написано 5 атмосфер, и это есть правда, потому что я с ними и нырял, и купался, и под душем был, и ничего, как видите, не произошло с ними. Так, за полгода нигде ничего не треснуло, нигде ничего не отогнулось, то есть все вот эти застежечки достаточно качественно выполнены, хоть и $6 стоит, ну $6,5. Из минусов. На ремешке присутствуют вот такие вот углубления, в которых всегда набивается грязь, всегда забивается вода, и их оттуда очень тяжело вытянуть. А презентабельность часов и так невелика, а с этими ямками еще хуже, грязными ямками, естественно. Часы выглядят дешево, если вы одеваете эти часы и хотите выглядеть стильно и круто, как, к примеру, с G-Shock'ом, этого не будет. Часы реально выглядят дешево. Покупала их для повседневной жизни, для того, чтобы их просто не было жалко. Так, из минусов. То есть у нас есть очень ограниченный функционал, это только секундомер, будильник и настройка времени. Вот как бы и все. Я ожидал от них большего, я ожидал хотя бы отсчет времени в обратном порядке и хотя бы несколько временных зон. Но этого всего здесь нету. Корпус пластиковый, если где-то что-то царапнуть, здесь, как видите, у меня тут царапин море. Но на общий вид этих часов это все не влияет. Повторюсь, пользуюсь я ими полгода, доволен, за $6,5, наверное, больше ничего другого и не купите качественного, во всяком случае. Можно, конечно, сделать какие-то там покупки в том же Китае недорогих копий, там за $10-12 на тот же G-Shock, но при этом вы не сможете их использовать под водой. У данных часов еще есть отставание по времени, то есть в месяц они где-то приблизительно на 2 минуты отстают. Но это не очень критично, в принципе, терпимо. Часами доволен, часы простые, часы не жалко, то есть если они где-то что-то упадут, ударятся или еще что-то с ними, ну даже если они развалятся, падали они, конечно, где-то с метровой высоты пару раз на кафель, ничего с ними не случилось, как видите, даже нигде ничего не отломалось. Что можно сказать? Покупайте, ссылочку я оставлю под видео. Часы, опять-таки, повторюсь, дешевые, простые, при этом надежные, не вызывающие. Видел даже видео в Ютубе, как их кидали в речку, то есть на большую глубину, и они тоже не протекали. Поэтому я бы советовал их для покупки, ну, если вам нужны какие-то недорогие часы, вот для повседневной жизни, как мне. Цена ихняя вроде бы так и сохранилась в районе $6,5 с бесплатной доставкой. Ссылочку я оставлю, покупайте, ставьте палец вверх, подписывайтесь. Если есть какие-то вопросы или замечания, пишите это все в комментариях. Буду стараться отвечать. С вами был Сергей, пока.